специально в честь Дня Российского флота произошла реэкспозиция благодаря художнику Анатолию Васильевичу Попову. В этих картинах рассказана вся история российского флота. И если бы площадь выставочного зала позволила, то произведений было бы в 2-3 раза больше. Здесь есть и посвящение Питеру, первому кораблю, построенному там, Полтава. Здесь есть корабли, которые построили Алексей Михайлович, отец Петра Великого. Посетить выставку пришел участник Парада Победы на Красной площади 45-го года, почетный гражданин Одинцовского округа Константин Сергеевич Федотов. Также среди гостей музея в день открытия оказались участники проектов «Серебряные волонтеры» и «Волонтеры Подмосковья». Очень интересная и необычная выставка. Больше всего меня впечатлил не только сам рассказ, но также и сами картины. Потому что для меня это была сложная фотография. Ознакомиться с экспозицией в Одинцовском историко-краеведческом музее можно ежедневно с 10 утра до 6 часов вечера, кроме понедельника. Ольга Дмитриева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».